Купить любовь за 30 тысяч долларов попыталась жительница Колы, но в итоге осталась без денег и без мужа. Почти 1 000 000 рублей убытка – таков финал любовной драмы. Женщина в интернете познакомилась с неким мужчиной, который представился действующим генералом вооруженных сил Великобритании. После бурной переписки искуситель попросил 30 тысяч долларов взаймы, чтобы оставить службу и примчаться к возлюбленной сквозь непогоду Туманного Альбиона. Как только деньги поступили на счет, бравый воздыхатель исчез. Теперь его ищет полиция. Полиция обращается к гражданам с убедительной просьбой ни в коем случае, ни под какими предлогами не переводить свои деньги на различные счета, будь то счета физических лиц, будь то счета неизвестных мобильных телефонов, ни под каким предлогом, будь то выигрыши, будь то компенсации, либо кто-то просит долг, либо кто-то просит помочь. В 100% случаев это интернет-мошенничество или телефонное мошенничество. По-другому здесь быть не может, поэтому никакие деньги переводить ни в коем случае нельзя.